Друзья, всем привет! Сегодня 10 апреля, вы на канале Док Инвестиций. Я продолжаю ежедневно пополнять брокерский счет на 5000 рублей и совершать ежедневно покупки российских ценных бумаг для формирования пассивного дохода. В моем портфеле расположены акции, облигации, немножечко золота и немножечко кэша припарковано в фонде ВИМ Ликвидность. Порядка 5% занимает позиция по золоту. Вчера я, как обычно, пополнял брокерский счет на 5000 рублей, добирал одну акцию компании Тинькофф и добирал одну акцию компании Транснефть. Все покупки были выполнены с целью ребалансировки портфеля. Своими сделками я делюсь в открытом бесплатном телеграм-канале, ссылочку на который оставлю в закрепленном комментарии под видео. Здесь очень много аналитики, все мои покупки, которые я совершаю в режиме онлайн, купил, выложил. Поэтому, кому интересна тематика инвестиций, вы можете подписаться. Сегодня очередное пополнение брокерского счета.